Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем играть в нашу прекрасную осеннюю DBD-шечку. У нас с вами в очередной раз очередная каточка, как бы это странно не звучало бы, но все так ведь и есть, представляете? Да, представляю вашему вниманию палача. Палача у нас с вами давно не было, сейчас будет его побольше. Здорово! Кого ты хотел перекрутить, дружище? Я слышал, меня хотели щелкнуть. Но не вышло. Тебя ничего не смущает, Вара? Смотри, какой прям весь из себя, что ты? Не, за палача я хочу побегать. Даже если я сделаю минус 2, это такой ман, за которого я кайфану. Это один из тех редких нетерпильных манов, который по-настоящему приносит удовольствие, когда за него играешь. Поэтому... здесь можно их сильно не пушить. Потому что обилочка у данного прекрасного персонажа что надо. Ты гонишь, что ли, зараза? Это полный ерор. Подожди же, ну не кидай, ну... сука. Да я не пойду. Это абсолютно бессмысленно. Так, спасают. Хорош! А ведь прикол-то в том, что я даже не слышал, как флешка упала-то. Что за бред? Хорошая билочка. Ну что там хорошая, охуительная? Чего ж там говорить-то? Вот это бред полнейший, сука.
Хорошо. Я знал, что пробью. Можно уделить внимание Джилл. Все гены завели уже, спасибо, блядь. В таких ситуациях я всегда вспоминаю фразу из игры Post Out 2. Аутфаги, я думаю, прекрасно ее помнят. На английском не буду говорить, потому что мой английский слишком заебатый. А вот по-русски скажу. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Вот когда вот это происходит, такой пиздец в этой игре. Все время вспоминаю эту фразу. You're fucking killing me. Как вот этот момент, когда я промахнулся. Я понял, Лара хочет поиграть. Хорошо, это я такое одобряю. Все-таки палачу надо за место этого бесполезного тупого дедвока, надо ставить им не скрыться. Да. Всегда удивлялся, знаете, ребят, зачем подобные сурвы, как Дэвид, заходят в игру. Я на протяжении всей катки его ни разу не видел. Дэвид, наверное, думает, что это показатель скилла. Но если таким сурвам интересно играть, пожалуйста, заводите. На самом деле, к всякого рода троллям, которые как-то пытаются задеть, которые пытаются как-то тебя распсиховать. Ну, вы понимаете. У меня уважение больше, чем Генраша. Они знают, что они хотят от игры. Такие тролли. Работает. Давно я, конечно, за палача не играл. Давайте попробуем открыть. Вот это я понимаю, на понтуару взял. Ты чё? Ты чё отжал-то? Вот это типа испугался, так испугался. Ты шутник.
Ну зачем? Зачем вы тянете время? Ну выиграли, выиграли. Почему вы не выходите? Я никого не туннелил, не кемперил, ничего такого не делал. За что вы надо мной издеваетесь? Вышли быстро. Я бы уже начал вторую катку катать. Ой, короче. Но сам по себе Палач, конечно, топовый ман, как когда записывал свой импровизированный тир-лист, я, как правильно помню, я поставил его в тир 1. Рядом с Нюрсой и с Мором. А по факту, я вам скажу, по факту, это и есть тир 1. Потому что после Нюрсы и после Мора это самая сильная обилка в игре. У этого мана по всем статьям, по всем показателям заслуженное абсолютно третье место. Ну это победа, че. Ну если ты прям решил так сдаться, че прям так откровенно-то. Всем спасибо, ребят. До следующих серий. Всем пока.